Обязательно. Того Евангелия чтение. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Всем привет! Что, соскучились по приключениям? Полгода назад мы были в одной деревеньке на севере Томской области и узнали о том, что в этой деревне летом пройдет крестный ход. Это деревня Старообрядческая, там живут старообрядцы, наши знакомые, мы с ними путешествовали вместе, и они нас позвали поучаствовать в этом. Можно сказать, вы едете с нами и все узнаете, так сказать, из первых уст, увидите сами своими глазами, точно так же, как и мы. Ну, естественно, мы были бы не мы, если бы мы поехали так, как все. Все поехали в Асино, по дороге в Белый Яр, там есть сверток. Мы едем в Гарь, но едем в Гарь не как все, по большому кругу вокруг, а едем напрямую. Через север Томска выберемся в тайгу на зимник. И по зимнику будем двигаться. Естественно, мы поедем на вездеходах. Вездеходы «Манул», те самые вездеходы, на которых мы были в Красноярском крае, но уже не совсем те. Они модель более подходящая для небольших вылазок, либо для охоты. Те были, как вы помните, шестиколесники, это экспедиционники. Пойдем по зимнику, очень комфортно, и мы в какое-то адекватное время приедем в Гарь, чтобы показать, как люди уже готовятся к крестному ходу и вообще, как это все начинается. Наверное, каждый видел картинку, идут люди по дороге, несут какие-то хоругви. Я тоже это видел, не участвовал никогда. Кого? Хоругви – это такие флаги, штандарты. А вот с чего это начинается? Как люди, обычные там, не знаю, крестьяне, обычные люди превращаются в участников крестного хода? Зачем они идут, куда они идут? Это мы увидим с вами вместе. Кот, ты был чуть-чуть по подобным? Даже не припомню. Я знаешь, что видел? Я видел на Бали по улицам. Ходил. А, так у них это каждый день. Каждый день? Даже не каждый день. Вот раз в неделю точно. Ну, у них, во-первых, у них же жертвоприношение. Они молятся два раза в день. С утра и вечером. В каждом доме стоит кот, алтарь. Мы едем к старообрядцам, они тоже молятся. Часто. Часто? Да. Поэтому не удивил ничем. Ну, то есть, это нечто невероятное, грандиозное. И, конечно, самое главное, это наша с вами для кого-то забытая, для кого-то актуальная история. Поэтому давайте, запрыгивайте на задний ряд, понеслись. Пойдемте, покажу, по какой дороге мы едем. Это рельсы, что ли? Это шпалы. Мы рельсы. По вот это насыпи железной дороги, которая проложена
через болото. Причем это абсолютно прямая линия, как струна вообще, невзирая там на реки, болота, леса. То есть она какой-то рельеф выше и ниже просто разрезает эту тайгу на части, как яблочный пирог. Шарлотка. Шарлотка, да. Вот сейчас бы съесть. Получается высокая насыпь, пересекает болото, реки, ручьи, какие-то истоки. И она, естественно, снивелирована, выровнена, то есть весь рельеф выровнен. И мы едем просто по насыпи, абсолютно прямой, ровный, как струна. Но есть огромная проблема. Мы едем, рельсы убраны, вытащены оттуда все эти, как они, весь металл, и мы едем просто по шпалам, которые валяются на земле. То есть, это, вы представляете, это постоянная просто работа подвески вверх, вниз и так до бесконечности. Но у нас есть вездеход, у которого независимая подвеска. Соответственно, колеса там прыгают, скачут, но мы сидим, в принципе, как комфортно, нормально. То есть можно, в принципе, опять провести те самые испытания, поставить стопку на капот, попробовать ее не разлить. Но у нас нет стопки. Поэтому верьте нам на слово. Очень комфортно, ровно. Ну, либо попробуйте проехать с такой же скоростью, с которой проеду я сейчас, я здесь. Сейчас у нас две новых модели. Это один очень удачный, закрытый, теплый, с печкой, с музыкой, со всеми удобствами вездеход, где можно спать там трем человеком. Прекрасная машина, очень проходимая. И один более легкий вездеход, такой супер квадроцикл. Но у него есть секрет. Он сделан на мостах, на редукторах ГАЗ-66. То есть это абсолютно неубиваемая машина, очень прочная, но сохранила все те же вот эти вот плюсы вездеходов на независимой подвеске. Выехали из Георгиевки и вот к вечеру добрались до Черной речки. Это очень знаменитый такой поселок среди томских джиперов, да не томских. Здесь всегда проводятся соревнования по трофи-рейдам. И если кто-то хочет напустить туману или сказать, что он путешествовал самостоятельно на джипе или на чем-то еще в этот район, то все скажут: круто. Потому что у нас есть и Татка, где стояли ракеты стратегического назначения в шахтном базировании. И у нас есть совсем рядом вот эта вот Черная речка, такая полустанок, станция от и Татки, отходящая и уходящая в тайгу. Ужасная, трудно проходимая тайга, глины, колея и куча заброшек, что самое интересное. Есть шикарная история. Ребята ездили и где-то здесь, возможно, даже здесь нашли. Здесь была контора, ну, там из промхоза или кого-то. И они нашли закрытый сейф. Ну, такие, ну ладно, сейф. Вернулись домой. Такие, елки-палки, сейф. А вдруг там что-то есть? Мало ли. Деньги там. То есть что угодно вообще. Специально снарядили экспедицию. Ну, к сожалению, я не помню, чего она закончилась. То ли они его, короче, сейф потащили домой, то ли его как-то сломали, вскрыли, и там, по-моему, нифига не было. А может, врут, может, там было вообще что-нибудь, золото Колчака. Дело к вечеру, и, по-моему, сейчас будет очень сильная гроза. Не знаю, хорошо это или плохо, мне кажется, для контента вообще шикарно. Погнали! Черная речка звучит, да? Черная речка. Для джиперского маршрута. Черная речка.
поменяться местами. Мы сейчас сели за штурвал Манула. Это, конечно, просто крейзи. Помнишь, я историю рассказал тебе про стара, что бабок у них иконы украли. Старинная история. Короче, сегодня мужик ее подтвердил. Кто не слышал, расскажу. Дело было накануне Московской Олимпиады. Если кто-то помнит, это 1980 год. Мишка когда летал? Да, когда летал Мишка. Поселок Красный Яр, Ергайский леспромхоз. Однажды вечером прибегает пацан. Пацан очень выглядит странно. По сковородке. Ну и местные, в принципе, были в курсе. Вот типа из староверов. Прибегает пацан и говорит, что там убили там каких-то бабок, ограбили. Тащили иконы, в общем. Ужас в тайге происходит. Участковый собирается, значит, там с каким-то охотником. Кто знает эти тропы, где эти вообще бабки находятся, с этим пацаном, да, значит, едут. Никого там не находят, уже убитых, все пустое, все эти скипты, кельи пустые. Но около одной стоит рюкзак. Посмотрели, он полный икон. И спортивная куртка. Никого вообще нету. Начали разбираться, то есть передали куда-то там дальше управление, что случилось вообще. Кого убили, кого ограбили, непонятно. То есть у бабок этих паспортов нет, соответственно, заявления нет, никого, ничего нет. Передали все это тело в Томск. Томск заинтересовался чуть ли не КГБ. То есть сказали, что будут они расследовать. Приехали, значит, там люди, солдаты вроде как прочесывали там тайгу, пытались найти каких-то жителей. Никого не нашли. То есть все ушли в какие-то там только им известные острова. И, в общем, никого не было. С иконами тоже непонятно. Так, что? Посолить. Близунец. Пуд. Полпуда. Начали разбираться. Ну, в общем, ограбили несколько бабок, монахинь этого Белобородовского монастыря. Украли иконы. Кто сделал, непонятно. Зацепка. Рюкзак обычный. Ну, в магазине брезента. А вот куртка была интересна. У нее была синтетическая ткань. И она была самодельно сшитая. Начали узнавать, что за ткань. Выяснилось, что эту ткань заказал Северский клуб туристов, просто рулон, и из нее там пошили это, то есть кто-то из туристов, причем как бы вся эта история, это как раз Северск рядом, и, в принципе, они эту тему, ну, эти места для них известны были. Ну, только уже после Олимпиады или во время Олимпиады в Ленинграде на какого, в аэропорту, в общем, то есть иконы еще были, ну, большой груз икон был задержан, оказалось тоже томский. Так вот и осталось невыясненным, кто ограбил. Прочесывали, значит, тайгу, то есть ничего не нашли, кроме вот этой истории. То есть я так понял, что концов больше не было. Называется чепельник. Это не интриги. Истории должны быть закончены. А что ты пожаривай? Давай дожаривай. Включай огонь, Лёха. Это чугунная сковорода. Почти. Давай. Ну ладно, тогда еще порассказывай. Ты сельских любишь? Только они могли это сделать. Не, ну неизвестно. То есть потом уже вроде начали. Тут, вот сейчас я с мужиком разговаривал, говорит, вроде как там было 4 человека, москвичи. То есть они сюда приехали, нашли проводника, какого-то алкаша местного, который рассказал, что знает, где бабки живут. Ну и вроде как, значит, ну, судя по куртке, значит, был еще какой-то этот турист, видимо, у них в доле. Потом... Турист, они могли по дороге группу. Не, возможно, он, допустим, просто рассказал, что за иконы здесь есть. Ну, то есть понимал ценности этих икон. Проводник, как бы, естественно, ничего не понимал. А вот турист мог, как бы, это понять. Не могли эту куртку снять с туриста и подкинуть, дабы пустить на ложный след. Соглашусь, потому что северские прекрасные люди. Северские же прекрасные люди, не это, чем таким, конечно же, занимаются. Город, можно сказать, научный город. Ну, в общем, этих 5 человек, их там пытались поймать, ловили, то есть, как-то... рассказывал направление, где вот, где примерно где мы были, вот на этих развилках там стояли, видимо, секреты военных, и они пытались там кого-то выловить. Но они, судя по тому, что иконы оказались все-таки в Ленинграде,
То есть они прорвались. А, кстати, как прорвались. Потом уже следующей зимой там мужик один, красноярский браконьер, Красномиру, рассказал, что отвез мужика с вещами в Нижний Вартов. Сказал, что купит ему новый вихрь и еще типа денег сколько захочешь. Так как вихрь был, ну, купить нельзя было. А и сколько захочешь денег, это тоже редкость. Он согласился и увез его там в Нижний Вартов, что за неделю или за полторы он тут дошел. Вот, точно вспомнил. Сколько? Но он не сознался и никому не сказал об этом. А вообще просто бухал и проговорился. Ну, а может, хвастался вообще. И ничего такого не было. Давайте вилки что-то рубайте. Отвратились этот грех, мои гостя беззаконие мое чистие, сердце чисто, смерть во мне Божие, иду прав на его утробе моей, не отверзи меня, это кому-то ответственно посчитать себя. Вот да, мне Исходища в одна из видосе очень мои планеты не сохраним закон твой. Я даже ему не могу. Гарри – это бывший поселок леспромхоза, который, как и многие села, особенно в тайге, мягко говоря, стал неперспективным. Но благодаря братьям-староверов Бештанниковых в селе кипит жизнь. В школе половина учеников с одинаковой фамилией, новая церковь, крепкие саморубленные дома. И самое главное – отовсюду звучит детский смех. Отец Анатолий Бештанников – настоятель храма, который сам с помощью общины и построил. Такого купола нету еще. Как бы на... Ну такая технология такая, ну, старинная. Так она не старинная, она нет, просто он получил тут мастер, который он загнутый еще. Вот она должна лечь, загнуть сюда, вот за это зацепиться. Угу. Раз, угу. Так вот. А здесь уже высчитываем, а здесь смотрим по крестику. А, и сколько и здесь, завернуть? Да. Ага. И здесь там вот такая. Вот, вот. Вот. Да, да. Вот эту оставляем, значит, не так сначала обрезаем ее. Потом здесь тоже загибаем, и она должна туда защелкнуться, ага, ага. Чтобы маленько остаться вот это вот, видишь? Вот, чтобы понял. Это для слива воды, чтобы когда попадает вода, да, она да, вот, да. Вот это вот она сюда скапывает.
Ежегодно община старообрядцев проводит крестный ход, который таежными дорожками доходит до важных символов веры, остатков старинных монастырей, спрятанных в Белобородовской тайге. Крестный ход уже ушел вперед, а у нас есть пару часов прогуляться по селу и узнать все новости. Столовая была, узкоколеечный вагон железнодорожный. То есть, вчера мы ехали сюда по узкоколейке, и вот это свидетельство того, что здесь был поселок, леспромхозный поселок, который занимался заготовкой древесины в советское время. Это столовая, знаете, вагон-ресторан, то есть специальная столовая, но узкоколеечная. То есть вагон гораздо уже, чем обычно. Весь лес Сибири в советское время вывозился, ну, в основном это строились железные дороги, были участки, станции, полстанции, разъезды, и усы отходили, где готовили актуальные. То есть их бывало даже делали просто по болоту зимой. Также намораживали, кидали узкоколеечные рельсы, быстро все вывозили, все это потом оставило. Честно говоря, сложно представить, какие должны быть трудозатраты, чтобы построить эти вот насыпи, они все идут через болото, отсыпанные гравием, песком. Это колоссальные деньги. И вот только там Советский Союз мог это сделать. Сейчас, конечно, никто так не готовит лес. Уж тем более не делают технику специальную для этого. Цех, завод по изготовлению пихтового масла. Я так понимаю, берется хвоя. Вот она, пихтовая лапка. Загружается в чан. Нагревается и каким-то образом оттуда выпаривается масло. Обязательно, кто знает точную вот эту рецептуру, что каждый этот чан делает, напишите. Будет интересно не только нам, а всем. Пойдем еще посмотрим. Если бы мы сейчас снимали программу про металлокоп, то сейчас бы была фраза: мы нашли клад. Смотрите, то есть железо под маленький леспромхоз, и здесь все осталось. Знаете, вросшие просто в кедр пилы, уже которые стоят здесь, наверное, лет 20, наверное. Остатки сельхоз, лесной техники. Мне кажется, что где-нибудь здесь обязательно остался какой-нибудь ус железной дороги, где на рельсах, которые до сих пор в заросшей тайге находятся, стоит тепловоз. Он назывался мотовоз. Стоит мотовоз, груженный древесиной, которая уже проросла. Ну что, друзья, я Алексей Гапонов, команда Geography Trophy. Вы можете стать членом нашей команды, команды Geography Trophy. То есть мы уже придумали экспедиции, куда мы можем позвать людей с собой вместе. То есть это, посмотрите, Монголия, это Оп-Енисейский канал, это шикарная поездка, которая уже случится совсем скоро в Тобольск, и Тобольск и Нарым. Заходите в контакт, смотрите ссылки и выбирайте то, что вам подходит. Ну, уже много людей посмотрело и говорят нам: блин, все круто, очень нравится то, что вы делаете, и мы очень хотели бы с вами поехать, но отпуск, нет возможности это сделать. Поэтому есть еще один способ стать членом нашей команды. Это сделать подписку. Вот в описании посмотрите. Это так называемая программа Boosty. То есть вы можете подписаться и стать членом команды. В первую очередь вы поддержите наш проект, станете участником этого проекта. Хотя в деревне нет предприятий с открытыми вакансиями, работа кипит. Рубка срубов, столярные изделия, заготовка таежных даров.
естественно, обычный крестьянский труд. Но, впрочем, нам уже пора. Дело к обеду. Наша задача на сегодня отвезти немного продуктов в дальнюю точку маршрута и забрать участников крестного хода обратно. Мы сейчас загрузили, как сказали, немного постной еды и поехали догонять. У нас три вездехода, то есть два наших и еще одна самоделка местная. Отец Анатолий даже не пошел на крестный ход, потому что теплых дней, как вы понимаете, осталось совсем-совсем немного. Все надо до мороза все успеть. Крестный ход пошел, человек 50, наверное, 25 километров. Идут в сторону Красного Яра. Там раньше находился монастырь. Сейчас там нет ничего, но место знаменательное. В общем, почему, зачем и куда, это мы все выясним уже в процессе и расскажем обязательно. Леха, как всегда, звезда. Местные жители обступили вездеходы. А там, где на монастыре, там вообще люди, деревни были? А, просто на монастыре были, да? Ага. И по этой же дороге можно выйти на Гужихинские озера, там, где живут уже бабушки эти. Беспоповцы, да? Беспоповцы. Ну, наши вот Помаида, куда мы ездили. Догоняем крестный ход, дорога хорошая. Но потом будет переправа через Иксу, и там пару мест заболоченных. Следы, что видно? А? Ну, следы, видишь, что прошли много людей на песке. Сказал, что у него в крестном ходу участвуют двое детей. Сын с дочкой. 7 и 9 лет. Интересное событие. То есть они, видимо, долго ждали. То есть в 7 лет идут 25 километров по тайге. То есть кругом медведи. Ты вот боишься тут остаться один. А 7-летние дети ждали этого дня. И вот сегодня идут. Григорий, слушай,
А этот? А вот ходите, получается, сюда и туда, другой да? Другой год туда, да. А, раз через раз? Туда чуть поменьше, но туда дорога хуже. Там глина. Прям и вот на таких можно было бы там по драйв устраивать. Мы с отцом Николой как раз говорили, что я думал, он. Ну и там это, будет. И там на самом монастыре там часовенка стоит такая, ну, аккуратненько, так это, то есть памятник такой mm-hmm. хороший. Тут монастырь, обедня, река там. Это приток Юксы. Обедня? Обедня, ну, называется. Босиком это потому что так удобно? Для здоровья. Потому что да. На ступне ног находятся точки, которые отвечают за здоровье всего нашего организма. Вот идешь и массируешь их. А вы только летом ходите босиком? Ну, конечно. Да, я не морж. Некоторые зимой ходят. Городской житель, где еще добраться до природы, чтобы хоть как-то зарядиться, так скажем, этим всем здоровьем, которое здесь есть. Вот так вот, с порциями, летом. Получается, пока босиком идешь, никаких тебе ни мозолей, ничего. Ну, тяжело, конечно. Иногда там камушек упадет, еще как-то. А как только обувь оденешь, так мозоли, все. Уже это. Потом восстанавливаешься. А босиком идешь, все хорошо, все проветривается. Некоторые люди для этого специально приезжают в теплые страны, чтобы круглый год ходить босиком. Ну, в этом что-то есть. Центральный поселок Гарь, где живут все старобрядцы, он стоит на реке Юкса. От поселка существовали в 30-е годы, они еще были, два монастыря, верхний и нижний, то есть один выше по течению, один ниже по течению. И вот до этих монастырей прихожане старобрядческого согласия и ходят каждый год, то есть один год в нижний, куда мы сейчас идем, вниз по реке, один год вверх. Расстояние примерно одинаковое, 20-25 километров. Интересная история. Дорога идет дальше через Юксу, выходит в Бары. Как раз это Белобородовская тайга. В принципе, мы в ней находимся сейчас. То есть здесь огромное количество старобрядцев жило как раз вокруг Томска. А Томска не так много, то есть в пределах 100 километров. Куча ручьев, болот. Такая тяжелая тайга для прохождения. Поэтому здесь еще там, с 18-19 веков спряталось огромное количество старобрядцев, причем разных согласий. Что интересно, что они жили как бы через полосно. То есть вот здесь вот живут поповцы, белокреницкие, там дальше Фомаида, еще чуть-чуть в сторону там есть турецкие. Но это все, конечно, такие клички, которые дают как бы извне, сами они себя называют иначе. Ну, чтобы вам было понимание. То есть разные согласия живут в одном месте, в одной тайге, и причем живут до сих пор. Что меня больше всего вообще радует и, конечно, изумляет. То есть мы все слышали историю про Агафью Лыкову, которая живет в тайге, и ей помогают все там, какие-то олигархи, патриарх приезжал. А вот, допустим, есть бабушка, к которой мы ездим, Фомаида. Причем она не просто как бы прихожанка церкви, она монахиня этой церкви, этого согласия. И она живет одна, то есть рядом в кельях небольших. То есть кельи разбросаны в тайге на расстоянии нескольких километров. И все они объединены в один монастырь. Есть много литературы про эти монастыри. Почитайте, если интересно. Могу оставить ссылку. Их знают далеко за пределами Томской области. И они до сих пор существуют. И вот к одному из таких мы сегодня идем вместе с старобрядцами села Гарь. Кто идет, ты едешь? Кот идет. Ну, сейчас ты сейчас снимешь и будешь идти. Какое
почтение. Всем не радуйтеся, яко дуси вам повинуются. Радуйте же ся, яко имена ваше написано суть на небесе. В той час возрадовался духом Иисус и речем, исповедаютеся, Отче Господи небеси и земли. Яко утаилися сия от премудрости, исповедуйте на крещение восставление грехов, чай воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. От слаби остави, отпусти Боже согрешение наше, вольное и невольное. Я же слове и деле, я же видение и невидение, и я живое и помышление, я живое дни и ночи. Мы сюда ходим каждый год с такой паломнической миссией молитвенной, совершаем крестный ход, вспоминаем здесь людей, которые трудились 100 лет назад. Здесь стоял Новоархангельский скит в честь святого Архангела Михаила, и он был в 30-х годах разорен. Основатель этих скитов, священно-архимандрит Феофилакт, он как раз вот где-то здесь похоронен, вот на этом месте. Но, к сожалению, мы это место не знаем. Здесь была лесозаготовка, и, конечно, все могилы были уничтожены. Но монастырь, он очень занимал такую активную позицию. И когда гражданская война началась, белые, красные, и здесь даже была типография, где печатались литературу церковную, потому что уже в городе Томске все это было под пристальным контролем правоохранительных органов. А здесь где-то находилась типография, они печатали эту продукцию. И сообщение вот отсюда до верхнего монастыря примерно 40 километров. А сообщение было постоянно, и ходили епископы, иноки, ходили оттуда сюда, и они как раз-то вот эту литературу доносили в город. Здесь печатали, они туда ходили через верхний монастырь в город Томск. Дорогой владыка, честные отцы, братья и сестры, всех вас хочу поздравить с сегодняшним событием. Для того, чтобы совершать духовные подвиги, надо иметь здоровое тело. А вот как раз вот такое действие, как крестный ход, он в том числе нас и подготавливает телесно. Мы, если мы будем с самого детства ходить в этот крестный ход, то мы приобретем хорошее здоровье физическое, и тогда у нас будет очень много возможностей совершать духовные подвиги на благо нашей душе и на благо нашим ближним, братьям и сестрам. В этом году мы отмечаем 100-летие с момента освящения вот здесь, в церкви, которая была. Несмотря на пост, сегодня праздник. И только сейчас за одним столом сидит владыка, первоклассник Гарьевской школы, девушки и мы, мирские. Люди, не имеющие отношения к духовной жизни. Мы увидели не религиозных фанатиков, а обычных людей, которым не чужды радости жизни. Дети, возможно, не совсем понимают смысл действа, но рады возможности приобщиться к празднику, который организовали их родители. Для ребят постарше это возможность познакомиться друг с другом, так как в Гарь приезжают прихожане церкви из разных сел и даже из разных городов. Хлеба берите, кто хочет. У нас вот, Константин, пост продолжается. Сегодня продолжается пост Успенский. И даже вот мы, если ходим в походы, мы не нарушаем пост. Сегодня пища без масла. Соответственно, мы кушаем без масла. Вот это вот отметенные медвежьи. И у нас вот там крест. Ну потом мы сопоснимем, когда помолится, подойти можно посмотреть. И у нас крест стоял первый, медведь его поломал просто. Ну, прям что вот так, знаешь, как бы сцарапал, поломал. И потом мы уже на дерево его привязали получше, чтобы он не достал. Посмотрите, вот эти вот ямы. Дилетанты считают, что это яма. Кто-то думает, это западины или как-то еще. То есть их больше, чем одна.
И все это в одном месте, соответственно, такое более сложное сооружение. Как известно, церковь состоит из нескольких приходов, из нескольких срубов, ну, физических. Поэтому очень похоже, что это она и была. То есть, где это было, мы не покажем. Очень место интересное. То есть там было озеро, сейчас оно заросло. Достаточно высокое место, незатопляемое. И вот возраст этих берез, ну, я думаю, лет, наверное, 90. А монастырь был разрушен в 30-е годы. Ну, то есть так и получается. На месте разрушенного монастыря уже выросли березки. Если здесь можно найти какую-нибудь частицу утвари церковной, соответственно, место будет точно локализовано. Это будет, наверное, дополнительное следствие вот уже молодым ребятам, которые сюда пришли, что это не просто какая-то палина в лесу, а именно то самое место, про которое говорят взрослые, говорит владыка. Они будут видеть, что это место действительно было церковь, это их корни. Наша с вами история. Вот мы сейчас молились, это как по монастырскому уставу, да, вот как начинали. И они каждый день так молятся, да, допустим. У них служба постоянно, плюс еще личное свое правило. А как же хозяйство, а скотину, а покосы, а огороды? Поэтому у них есть монахи, которые там грамоте меньше, да, к пению, к чтению, они занимаются на хозяйстве. А кто к пению, к чтению, тот уже ведет службу. Потому что вести службу, это надо знание, это иметь навыки, то есть это не каждому даже как бы дается. Пение и все прочее. Также здесь кто-то привез, сделал нам милость такую, а то бы не привез бы сейчас голода. Мы вообще обычно, в этот раз у нас просто тут пир первый раз, обычно сюда трактора не доходят, а с собой все эти арбузы, ну как нести. И мы сюда приходим, голодные, тут немножко помолились, и обратно идем туда, вот на пески на эти, и там уже нас ждут трактора и все прочее. А в этом году вы нам составили такое, это как бы сугубое торжество, поэтому в равной степени имеете... Церковь, я думаю, вот там здесь была, в этом месте. Нам очень повезло выбраться из суеты города и прожить целый день вместе с большим количеством счастливых людей. Прихожанам Русской Православной Старообрядческой Церкви удалось сохранить в современном мире старинный традиционный уклад, при этом не отрицая все новое, используя современные технологии себе во благо. Как обычно, не буду навязывать свое мнение, но одно могу сказать точно. Духовное здоровье, большие семьи – это те традиции русского общества, которые позволят смотреть нам в будущее с оптимизмом. В своих походах по Сибири мы внезапно для себя обнаружили огромный мир с древней историей, прочными корнями, здоровыми традициями. Этот мир незнаком большинству жителей городов, уверенных в том, что деревни Сибири умирают, не переживя раскулачивания, гражданской войны, распада страны. Оказалось, староверы сохранили его в своих таежных тупиках, заимках и селах. А дальше все зависит от нас, принять этот дар или оставить все как есть. Подожди, правильно я понял, что вы сейчас меня в лесу оставляете, а сами едете вперед, что ли? Да, ты сейчас займешь какое-нибудь место удачное, то есть, если что, там, залезешь на дерево, короче. А ружье вы мне оставите? Рогатка есть. Молитва. Молитва, молитва, говорит. Вот сейчас еду, такой подумал, кота спрашиваю, говорю, кот. А вот ты понимаешь, что вот сегодня со среды на четверг мы, короче, полдня собирались, сели на вездеходы и сейчас мчим по тайге. Ты понимаешь, куда мы едем? Такой, ну, мы едем в Казань на крестный ход. Как, знаешь, люди на Казантип едут там тусить, короче, а мы едем в Гарь на крестный ход. Мне кажется, съездить куда-нибудь на Казантип, наверное,
доступнее, чем в Гарь на крестный ход. Ну, конечно. Это... Мы об этом... Мы только что обсудили, что потому что, чтобы съездить место... на Газотип, достаточно только денег в кошельке, и неважно, каким образом, и насколько, и чем это завтра кончится. А в Гарь на крестный ход, ну, это прям серьезное мероприятие для таких подготовленных ребят.